Вітаю вас, друзі. На каналі Кам'яний успіх. Дома з камня. Это как бы такой прием к успеху каменщика. Туда, к машине отходи. А зачем ты их в воду окунал? Молоток? Да. Ну рассохся молоток, рассохся. Давно не работал, рассохся. Все это спрашивают, зачем молоток в воде? Ну, когда жарко, рассыхается ручка для молотка, и молоток начинает спадать. Для того, чтобы не спадал, посмотрите, сколько у меня воды. У меня немножко воды, так, чтобы чисто покрывалось металл. Вот, вот, я ставлю, вот видите? Ну, в общем, если у вас рассохлась ручка молотка, и она спадает с молотка, вы берете и немножко опускаете в воду, буквально на сантиметр, на два, для того, чтобы вода не зализывала края, то есть не выходила выше металла. Немножко, вот, вот как у меня, видите? Все. И ручка начинает набирать воду, и молоток хорошо держится. Сколько надо так держать в воде? Да немножко, вот я подержал, можно она начала оставлять. Так вот, хоть сколько можете держать, тут зависит, чтобы вас он набрал оборотов. Если у вас там сильно рассохший, так вы держите его час-два, а если у вас немножко, да, вот, да? Многие делают, заливают пол ведра, закидывают туда, вода стоит сюда. Ну, как? Временно, ну хорошо. В основном должна вода попадать на кончик, буквально внизу, на сантиметр, для того, чтобы нижняя часть разбухала, для того, чтобы вот эта часть не гнила. То есть она начинает гнить, когда вы полностью кидаете, и все это быстро ломается. Поэтому это как бы такой прием к успеху каменщика.